Ми бачимо, що харків'яни на минулих виборах довірили вам монополію, а на цих виборах ви втратили 23 мандати порівняно з попереднім. Так? Ми бачили, що Геннадію Кернесу довірили харків'яни, а його немає, невідомо яким чином відбувається призначення і подання. Була, все. Я хочу сказати, ми без потреба. Тут питання є, є питання? Нема, визвичайно. Так, Лисик і все, будемо голосувати. Будь ласка, Лисик. Андрій. Тільки теж без політики. Домовилися. Так, извините. Давайте, ми сюди не будемо. Смотрите, я вот с конструктивной критикой, дело в том, что действительно вот сейчас человек сирота, фамилия прозвучала, и обвинение, якобы он дело в суде, только что это значит. Так у меня 11 уголовных дел, и дело до сих пор в суде. И что теперь? Одни из них крайне тяжкие, например, госизмена. Госизмена, пост в Фейсбуке за 14-й год. СИЗО, 9 месяцев круглосуточного домашнего ареста, дело до сих пор в суде. И что теперь? Изменник родине или новые статьи, избиение группы работников СБУ. Так вот, как бы там ни было, дело в том, что обвинять человека в чем-либо без приговора суда, я считаю, что это несправедливо. И в данном случае позицию людей не поддерживают. Позиция нашей фракции, бойцов платформы «За жизнь», что человек на своем месте профессионал, а заказы политические, дело в том, что я, значит, умышленно не называет практически фамилии, имен, мы все друг друга понимаем, без слов. И каждый, по сути говоря, знает, кто чем провинился. Поэтому в данном контексте наша политическая сила поддерживает, да, в том числе и сироту, но обвинения подобные, в том числе из вот этого блока, где Игорь выступает, и пан Булах, то на самом деле показывает, что выяснять отношения беспочвенно, когда человека в чем-то обвиняют. Дело в том, что когда вами не дай бог займутся правоохранительная система, то, поверьте, опереться можно того, кто сопротивляется. Пока нет обвинительного приговора, никого нельзя обвинять преступникам. Так вот, у меня судебное заседание 23 декабря. Я приглашаю всех желающих прийти послушать, каким образом они являются в течение 3 лет следователи потерпевших, когда они два в одном. У меня следователи потерпевших, это один и тот же человек. Так вот, в чем тогда моя вина? Только из-за того, что есть политическая позиция, да, моя позиция была и всегда будет оставаться. И мы, наша сила, зашла в депутатский корпус для того, чтобы был конструктив, чтобы мы налаживали добрососедские отношения со всеми соседями, запускали промышленные предприятия. Я говорил и буду говорить, что нам выгодно сотрудничество с Российской Федерацией. И не нужно здесь искать политику, для нас это важно. Все. Так, ставлю на голосование. Громче. Так, це 8-е питання. Будь ласка, в цілому, хто за, прошу голосувати. Рішення прийнято, за 66, проти 13, утрималось. Все, дякую.